Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о таком проекте, как Citizen Finance. Итак, напомню, Citizen Finance — это шутер от первого лица на основе блокчейна. Что стоит отметить, что данный проект построен на смарт-цепочке Binance. То есть, если мы помним все текущую ситуацию с эфиросетью, какая она перегруженная, с какие комиссии, сколько что стоит, то Binance Smart Chain – это лучший выход из данного положения. SantaFi – это децентрализованный протокол ставок и кредитования, в основе которого лежат внутриигровые активы. SantaFi использует интеллектуальную цепочку Binance, который гарантирует низкую плату за газ и быстрые транзакции. Гражданин Чифипова. Введение в скин как виртуальный товар Саавицы Ситипова – это VIP-инструмент, который позволяет пользователям конвертировать изображение и профессиональный дизайн в цифровое искусство на основе NFT в интеллектуальной сети Binance. Ситипова X – это приложение на основе расширенной реальности, которое обеспечивает иммерсивный опыт работы с произведением искусства на основе NFT. Уже совсем скоро появится новое приложение. Пока официального релиза данной игры не было, но в будущем она будет доступна как на Steam, на Android и на iOS. У данной компании основные особенности, как я уже говорил, это то, что построено на цепи Smart Chain, то, что это шутер от первого лица, расширенная реальность и, как по мне, самое немаловажное, это NFT-токены, номера взаимозаменяемых токенов. В конце сайта мы можем найти все необходимые нам ссылки, перейти и более подробно ознакомиться с данным продуктом. Это является просто обзором, никакие действия вас не призываю делать. Переходите, ознакомьтесь, и только после этого делайте свои вклады, выводы. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.